Всем привет! Сегодняшний мастер-класс я будем делать вот такой ободочек. Это я сделала из фетра. Вот. Симпатично. Вот из фома. Так, что для этого нам нужно? Нам надо ободочек. Берите мягкий. Это такие ободочки я сделала для маленьких девочек. Вот такой ободочек небольшой, ширина 1 сантиметр, вот. И приклею вот такая, у меня есть парчевая лента с глиттером. Вот. Нам нужен еще фом, вот такие детали. Как сделать самостоятельно, сделать такие шаблоны, у меня есть подробный мастер-класс, я оставлю ссылку в описании. И вот такие бантики получаются. Посмотрите этот мастер-класс, вы сами можете сделать шаблоны, если, допустим, не можете скачать. И вот такие ушки. Как сделать ушко? Это довольно несложно. Берем квадратик, допустим, квадрат фома, и формируем ушко. Вот, смотрите, да? И теперь, чтобы удобнее сажать на ободочек, вот тут немножко вот таким образом. Вот таким образом делаем ушки. Собираем бантик. Это несложно. Есть у меня еще мастер-класс, как сделать глиттерный фон, если у вас его, допустим, нету и не продается в ваших магазинах. У меня есть мастер-класс, как сделать самостоятельно глиттерный фон. Два способа, тоже оставлю ссылку в описании. Так, приклеили, теперь сюда. Вот такие две бантики у нас получилось. Можно делать даже чуть меньше. Так, теперь полностью ленту. Я фомом не сделаю, потому что фом будет грубовато. Я сделаю лентой. Так, убираем лишний клей. Так. Вот такие бантики получаются. Так, вот бантики уже готовы. Теперь ушки. У меня будет красный и коричневый, шоколадный цвет. Так, вот ушки. Теперь вот у меня ободочек, как раз лента подходит, сделаем, приклеим вот таким образом. Теперь приклеим ушки. Смотрите, вот таким образом. Подержим, пока клей остынет. Вот так. Теперь второй. Вот
Так, вот приклеили. Теперь приклеим бантики. Можно даже одну, можно и две. Вот. Таким образом. Приклеим бантики. Такие ободочки красиво на для фотосессии, на какие-то городские прогулки, в парк, допустим. Ну, симпатично все. Глиттерный фон блестит, сияет прям. Видите, тут с черным ушками. Вот такая с ветром получается. Тоже симпатично. Вот такой ободочек. Я надеюсь, данный мастер-класс вам будет полезен. Всем спасибо. Всем пока.